Ну, а для того, чтобы промыть теплообменник, это дополнительный теплообменник для горячего водоснабжения, снимаете и с помощью вот такого простого устройства можете промывать. Для этого даже всего один шланг нужен. Один шланг. И, как видите, вот это от американки часть, на которую, вставляется резиновое колечко. Резиновым колечком упер. И вот здесь обыкновенный, смотрите, обыкновенный ключ. Видите, обыкновенный ключ. Подставочка из чего-нибудь приблизительно такой же высоты. И струбциной прижата. Все, и вы подаете. Вот это насос от стиральной машинки. Они бывают разные. У меня вот такой. Вы можете даже от современной стиральной машинки поставить насосик, он тоже будет работать. Я промываю или вот это соляная кислота, или в данный момент у меня тут черный налет в теплообменнике, я залил ортофосфорную кислоту. И то нужно где-то около 10% ортофосфорная от меня в этой бутылке, и здесь соляная. А это ну, продается в таких канистрах. Лучше, конечно, если бочка будет с большим горлышком, вы вот так вот можете поставить и прямо туда сливать, чтобы не прикручивать еще одну трубку, потом трубкой сюда. Вот так поставили, и он там сливается. Первоначально у меня было вот с такой канистры. Вот так вот перевернуто. Вот так было перевернуто. Сюда я вкручивал штуцер под насос. А вот здесь вот вырезал стенку, и у меня был тут большое окно, и все, можно даже так действовать. Но это удобно тем, что я все раскрутил, кислоту слил, промыл водой, и все причиндалы, шланги, все разные фитинги, вот у меня в таком кульке, все туда складываю. Крышкой закрыл, и все, оно в одном месте. Таким образом можно помыть теплообменник.